Думаю, да, в душе я матадор, и то, как я реагирую на разные ситуации, чем-то, да, есть небольшая схожесть с этим образом, поэтому мне было весьма приятно, и для меня большая честь была сыграть именно танцора, который уворачивается очень плавно от опасности, от быка, который на него бросается. Это я и выразил в танце. Танцы, которые вы, собственно, и увидите. Основной акцент был сделан именно на пластике, потому что для матадора очень важна очень быстрая реакция на опасность, то, как он двигается.